Всем привет! Снова с вами Ирина с канала «Огородные посиделки». Хочу показать, как обстоят дела с нашим строящимся домиком садовым летним. Вот есть у меня видео, как мы делали фундаментные столбики, вот эти вот, на которых сейчас лежит брус. На моем канале можете посмотреть, как мы с мужем делали опалубку. И вот теперь я показываю уже результат того, как на эти столбчатые, на столбчатом фундаменте уже лежит брус для основания дома, пола. На него, значит, муж будет делать пол, потом каркасные стены, ну и так далее. По технологии каркасного домика. Значит, все вот эти брусья он промазал отработанным маслом, чтобы они не гнили как можно дольше, чтобы они служили. Под брусья положены вот такой вот 2, даже 4 слоя рубероида тонкого. Вот на каждый столбик, видите, под брус положен рубероид. Вот всего у нас столбиков 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Всего 12 столбиков. Вот, и вот таким образом вот еще по центру идет брус, для того, чтобы доска для пола не прогибалась, которую мы будем сверху укладывать. Она толстая, но все равно опора обязательно. Ну вот таким образом у нас продолжается стройка медленными темпами, ну потому что, к сожалению, только по выходным мы можем сюда приезжать. Вот, буду дальше показывать, как у нас движется строительство нашего домика. Всем пока!